4 марта в Парке Победы прошла торжественная церемония старта лыжного пробега «Марш-бросок», посвященного 81-й годовщине формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады и 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция объединила более 500 амичей, представителей органов власти, ветеранов боевых действий, курсантов военных училищ, студентов и юнармейцев. Они возложили к вечному огню красные гвоздики и гирлянды. Наша важнейшая задача сегодня – сохранить вот эту историческую память, что мы действительно огромный пласт истории перевернули, не дав фашизму распространиться по всему миру. Сейчас абсолютно такие же задачи у нас. Абсолютно такие же задачи. И хочется, чтобы наша молодежь была готова к их выполнению. В этом году основная часть марш-броска впервые пройдет по территории северных районов – Усть-Ишимского, Тевриского и Знаменского. В походе принимают участие курсанты 242-го учебного центра ВДВ, военнослужащие Омского центра подготовки личного состава войск Национальной гвардии, студенты СИБГУВКа и Омской академии МВД России. Мы сохраняем историческую ценность Омской области, поминаем наших героев-земляков, которые служили в этой бригаде, воевали, выполнили свой долг, отдали свою жизнь. Участники пробега двинулись в путь от стелы «Звезда» в поселке Светлый. Длина маршрута составит 1167 километров. Завершится лыжный пробег 11 марта в Калачинске, где в 1942 году формировалась 30-я отдельная лыжная стрелковая бригада.